Здравствуйте! Опять в эфире рукопашный бой. Ролики, которые вы присылаете, в основном только один Ростислав занимается, выполняет задания. Начнем с упражнения проходку в ноги. Разминку показывать не буду, потому что разминка она у нас стандартная. Вы уже ее знаете. Размяли шею, размяли плечи, локти, кисти, корпус потянулись, колени и голеностопы, потом поджимались, попрыгали, как Александр Владимирович говорил. Значит, упражнения вот эти выполняем, не забываем про удары прямые в голову, прямые удары, раз-два всегда в разминку можно включать. Можно теперь чередовать. Сейчас покажу. Тренируем проход в ноги. То есть мы можем два варианта. Это мы сразу показываем два прямых отвлекающих. Раз, два. Взяли за ноги. Потянули на себя, с равновесия столкнули. Загнали ногу, сделали подсечку. Можем без отвлекающего удара, можем сразу ныряем. То есть сразу мы ныряем, захватываем в ноги, проход в ноги. Вот мы прижимаем плечом, уже корпус товарища, партнера, мы его прижали, на себя потянули, правый загнули, бросили. Вот можем это чередовать, значит. Один день делаем ноги, как я показывал, это маигири, два прямых. Маиги, это с передней ноги, два прямых. Маигири с дальней ноги. Следующий день занятий мы делаем, отрабатываем проход в ноги. Раз, два, взяли, кинули. Следующее упражнение.